Берем кусок мяса, абсолютно любой, какой вам нравится, с жирком. Можно брать недорогие кусочки мяса. Вот у меня со шкурочкой, сейчас я ее снимаю. Шкурку сняла. Теперь сделаю небольшие надрезы, примерно толщина кусочков 1,5-2 сантиметра. И не разрезаем кусок до конца. Теперь мясо надо хорошо посолить со всех сторон. Просаливаем между кусочками обязательно тоже. И оставим мясо отдохнуть на пару минут. Теперь нарезаю полукольцами лук. Тонкими кусочками нарезаю копченый бекон. Шкурку с бекона обязательно снимаем. Готовим заправку. В растительное масло я выдавливаю чеснок, пропускаю через пресс. Теперь добавляю перечную смесь, вот примерно чайную ложечку. И хорошо перемешиваю. Теперь между слоями мяса выкладываем лук и бекон. Чтобы кусок мяса сильно не открывался, это, скажем, если вы немножко больше прорезали, чем нужно, можно просто по краю скрепить вот так зубочисткой и все. Мясо перекладываем в форму для запекания и хорошо промазываем ароматным маслом. К мясу добавляю квашеную капусту и отправляю запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов, примерно на час-час 20. Смотрите по своим духовкам. Посмотрите, какой красивый, румяный и аппетитный кусок мяса получился. Подходит к праздничному столу и на каждый день. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Будем готовить вместе. Просто, вкусно и быстро. Прошу к столу и приятного вам аппетита!